Не знаю, как у вас, а у нас в конце зимы наступает время чудес. Взрослые начинают делать какие-то странные вещи, но мне это нравится. Здрасте, не ждали? Мама говорит, это называется Новый год. Под Новый год надо соорудить в доме дерево и повесить на него все ненужное. Некоторые это потом еще поджигают и кричат: «Елочка, гори!» Но нам зажечь нечем. Мы и так радуемся. Еще надо на окна наклеивать бумажки. Зачем, понятия не имею. Но ничего не поделаешь, традиция. Какие-то бумажки я еще летом нашел, но не знал, зачем они. Теперь понятно. Но самое главное, под Новый год должен прийти дед с мешком. Его зовут Мороз. А деды, которые без мешка, не считаются. Им на праздники вообще делать нечего. Пусть мешок сначала найдут. Мама говорит, что Дед Мороз приходит только к хорошим детям. Я считаю, что к нам должно прийти сразу 10. Кто может быть лучше нас? Вот когда Дед Мороз придет, я попрошу у него... побольше братьков и сестричек, чтобы веселее было. Хотя нет, у нас и так весело. Я попрошу, чтобы не надо было ложиться спать. Хотя, тогда же все время будет день. Никакого утра. И дядя Петя останется без работы. Вообще, я не знаю, что попросить. У меня же все есть. И вот Дед Мороз пришел. Но оказалось, что он у нас свой собственный, свинский, то есть. Зато с мешком. Еще на Новый год нужно обязательно всем вместе поесть. Мы вообще-то часто едим и так. Но надо, значит надо. А в тот самый мешок, который у Деда Мороза, оказывается, нужно класть подарки. Ну что, правильно, у него же тоже праздник. Но самое важное... Чтобы Новый год пришел по-настоящему, нужно 12 раз ударить. Не, стукнуть. Пробить. Совсем скоро под бой куранта уйдет в историю старый год. Когда 12 раз ударила, произошло такое. Я не знаю, как называется, но очень красиво. И мы стали просить Деда Мороза нам тоже такое сделать. Ну или хоть немножко похожее. И он сделал. Потому что если хорошо попросить, в каждом просыпается что-то человеческое даже. Потом Дед Мороз сказал, что просто есть за столом на Новый год нельзя. Надо еще песни петь, как можно громче, чтобы все слышали, как нам весело. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом стройная, зеленая была. Детей пела песенку, спел елочка баль-баль. Мороз мешком укутывал. Не знаю, понравилось ли Деду Морозу встречать с нами Новый год, но, по-моему, ушел он довольный. Хотя и забыл свой мешок. Правда, в нем ничего полезного не оказалось. Наверное, мы все-таки себя вели недостаточно хорошо. Поэтому и достали совсем ненужные подарки нам. Надо в следующем году вести себя лучше. И тогда уж Дед Мороз постарается. Так, я не понял, он другой мешок. Все подарки-то. Да, Петрович, плохо ты себя вел. И грустится.
совсем не люблю. Шутки свои.